Здравствуйте, уважаемые любители скорости и автомобильного спорта. Середина сезона мирового туринга на крупнейшем европейском спортивном телевизионном канале Евроспорт. И мы с вами в теплой Австрии, совсем неподалеку, в 15 километрах на востоке от города Зальцбург, на трассе Зальцбург-Ринг, впервые в своей истории. WTCC готов к старту первой гонки шестого этапа. В этом году в календаре мирового туринга нету этапов Великобритании и Германии, но зато мы открываем новые страны. Это и Словакия, это и Австрия, это и Америка. И вот здесь замечательная действительно погода, несмотря на то, что это Альпы, несмотря на то, что горы возвышаются над трассой. Снежные горы. Погода просто прекрасная. Трасса восхитительная. Трасса, которая вызывает самые хорошие отзывы у всех, кто сюда приехал. Но трасса сложная, трасса узкая, трасса скользкая. И трасса с весьма коварным первым поворотом, который, как сходятся гонщики, наверное, сегодня соберет некий урожай. Не всем, как сказал Алексей Дудукало, не всем удастся проехать через первый поворот на старте гонки. И действительно, первый поворот таким образом устроен на трассе Зальцбург-Ринг, что он представляет собой достаточно такую острую, я бы сказала, шикану, которая, кроме всего прочего, ограничена искусственным образом, такими столбиками пластиковыми. И совсем неподалеку от этого первого поворота располагается такой набор покрышек, что, кстати, меня смущает гораздо больше. Ну, а тем временем госпожа Даги, мисс Австрия 2012 года, приветствует всех на стартовой решетке. Вот кто приходит, да, в Словакии был президент, здесь в Австрии мисс страны. Ну, тоже неплохо, на самом деле. Я думаю, что гонщиков вот второй значит гораздо больше радует. Пожалуй, да. Нам показывают стартовую решетку. Франц Энкшлер, один из героев, да, вчерашних событий. Вчера он стал участником аварии. Собственно, эта авария была единственным происшествием, которое привело к перестановке потом по стартовой решетке. Больше никаких перестановок нет. Все лидеры стартуют с тех позиций, которые они заняли по итогам квалификации. Это положение, в общем, зачете уже с учетом квалификационных бонусов. И можем мы констатировать почти двукратный отрыв Ивана Мюллера, идущего четвертым, Габриэля Тарквини. Уже понятно, что сиатовцы разыграют титул в этом году между собой, если не будет какого-то невероятного форс-мажора или какого-то там рывка одного из пилотов. Ну и также ясно, что отсюда, из Австрии, лидером общего зачета уедет кто-то из трио пилотов «Шевроле», любой в состоянии это сделать. Чем интересен этот этап еще и тем, что по его завершению у нас экватор сезона, вот такая насыщенная гоночная весна, 6 этапов уже позади, 6 остальных растянутся до конца ноября. Безусловно, это связано и с заокеанскими турами самого мирового туринга, а также и с тем отношением, которым организаторы, промоутеры этой серии, промоутером серии является, собственно, компания дочерняя нашему каналу Евроспорт, Евроспорт Ивент. Они уважительно относятся ко всем событиям, которые пройдут в начале лета и во второй части лета. Прямо, скажем, это и Евро-12, да, и Олимпийскими играми. А дело даже не в конкуренции, дело в том, что эфирное время, оно, конечно, не безграничное, и поэтому для того, чтобы мы с вами могли наслаждаться зрелищем автоспортивным в прямом эфире, максимально давая этому внимание, мы должны уступить на время Олимпиаде и места. Вот, собственно говоря, представители славных олимпийских выборов также пришли на стартовую решетку. Мы еще раз подчеркнем, это первый из мирового туринга в Австрию. Считается, что этот этап заменил существовавший с самого начала в календаре WTCC этап в Ошерслебене. Ну и по мнению пилотов, трасса это гораздо интереснее, чем трасса в Ошерслебене. Показывали нам Роберта Хаффа, не случайно показывали. Сегодня с утра у него очень неприятный эпизод на утренней 15-минутной разминке. Машину как раз на одном из скользких участков, это фрагменты вчерашней квалификационной сессии. Там у Хаффа все получилось как надо. Они зацепились с Мюллером слипстримом, очень здорово проехали по длинным прямым и скоростным эскам этой трассы. Тогда у Хаффа все получилось, тогда он завоевал первую в сезоне полпозицию. А вот сегодня с утра его закрутило очень чувствительно, выбросило с трассы, и машину даже так легонько, но ударило по ограждению. Это еще одна особенность Зальцбург-Ринга. Здесь быстрые повороты. Здесь есть участки, где машины разгоняются до очень хороших скоростей, до 240 км в час. Но потом следуют жесткие торможения, потом следуют коварные повороты, а барьеры здесь очень близко. Вообще австрийцы запустили новую программу. Они потратят 2,5 миллиона евро на совершенствование этой трассы. Они заключили трехлетний уже контракт с организаторами мирового туринга, так что мы сюда обязательно вернемся. Но пока что
Пока все здорово, но если какая-то авария, если какое-то происшествие, последствия могут быть весьма серьезными. Я думаю, что, безусловно, эта гонка будет полна на различные события. Надеемся, что все обойдется, и мы сможем увидеть всех доехавшими до финиша. Но для этого у нас есть необходимость немножко отдохнуть. Коммерческая пауза. If you're going go-kart, get a Dino. After 50 years in the business, Dino go-karts are still some of the best in the world. See more on dino.dk. People who know use Valvoline. Wie geht es, Olum? Pass auf. Pass auf, pass auf, pass auf. Attention, Spatima. Nein. No, 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 no. Komm, calm, calm, calm. No. Hur, hur, hur. Geht schon, du Mann. Du schießt. Du hast. Follow the score of your favorite team live and find the latest results and features with Eurosport's Live Score. With Eurosport.com's free application available on tablets and smartphones, gain access to all the articles and videos from Eurosport.com, plus get the latest news in real time. Check out the latest results, fixtures and tables and follow your favorite sports events live. На трассе Зальцбург-Ринг все готово к старту первой гонки шестого этапа чемпионата мира в классе кузовных автомобилей. И на полпозиции впервые в этом сезоне пилот «Шевроле» Роб Хафф, который радовался тому, что сумел отобрать хотя бы пару очков у Ивана Мюллера, лидирующего в этом году. Напомню, это связано с тем, что по итогам квалификации первая пятерка получает очки. И 5 баллов заработал именно Роб Хафф. Что вот 6 этапов прошло, на всех 6 этапах заработать эти очки смог только Иван Мюллер. Ими только квалификационными достижениями он смог заработать 20 баллов, больше всех. Хафа 17 очков, и что интересно, у Тарквини 16, 13 у Алена Меню. Все остальные довольно далеко от Стефана Даст. Он добился лучшего в сезоне результата на старте. 7-я позиция, стал лучшим из гонщиков BMW, ни много ни мало. И в команде Витерс, в общем. С такими выступлениями Стефана Даста связывают серьезные ожидания, рассчитывают на хорошие результаты. Он уже дважды в этом году стартовал первым, во вторых гонках был на подиуме. И будем надеяться, сегодня тоже сможет показать хороший результат. Тиаго Монтейро. Тиаго Монтейро после очень неважного старта сезона, шестой, буквально воспрял духом, был четвертым на финише недавно одной из гонок. Так что Тиаго Монтейро тоже, естественно, претендует на отличный результат. Заметим, кстати, что Тиаго Монтейро выступает на не самом современном автомобиле. На автомобиле Тиаго Монтейро стоит двигатель 1.6 бензиновый. Но надеется Тиаго, что к следующему этапу получит он новый двигатель. Есть на эту тему долгая дискуссия между ним самим, его командой и
господином Марчелло Лотти, потому что не без его помощи Пепе Ариола молодой испанец получил двигатель быстрее, чем старожилы серии Тьяго Монтейро. Тьяго даже предпринял некий демарш, сказал, что он уйдет в шведский туринг, если так все будет продолжаться. Однако при этом Тьяго продолжает свои выступления в мировом туринге, и мы рассчитываем, что вторую середину сезона, вторую половину сезона проведет он на абсолютно идентичной той технике, технике, на которой выступает и Габриэле Тартини, и наш Алексей Дубовин. Видели мы между делом Алекса Макдауэлла, пятая позиция, лучшая за всю жизнь выступление молодого британца в мировом туринге, и нестареющий Габриэле Тартини, лучший из гонщиков Сиата, лучший из соперников Шевроле. Тартини вновь очень быстро, Тартини показал четвертую скорость, у него были небольшие проблемы со здоровьем, с самочувствием, точнее, даже вчера, но успешно в команде с ними справились, Тартини полностью здоров, еще раз доказал это сегодня на разминке, напомню, Тартини был там пятым по скорости. Ну что, переходим к трио пилотов «Шевроле». Вновь, и как и на прошлом этапе в Венгрии, первые три позиции именно у гонщиков на заводских крузах. И худшим из этой троицы стал Алан Меню. Это удивительный результат квалификации, потому что на первых двух тренировочных сессиях именно Алан Меню задавал здесь тон тренировкам. Но он сказал, что это, собственно говоря, его вина. Он слишком далеко отпустил во время своего лучшего квалификационного круга разгоняющего его Роба Хафа и не смог воспользоваться всеми преимуществами, которые здесь на трассе в Сальцбурге дает слипстрим. И вот лишь третий результат, но при этом старт с третьей позиции может быть и гарантирует или дает возможность Алану Меню уже при старте пристроиться в тот воздушный мешок, который создадут идущие впереди автомобили Роба Хафа и стоящего на втором месте Ивана Мюллера. Интересно, что до этого Ален Меню 10 раз стартовал в мировом туринге с третьей позиции за все время, что он выступает. И ни одну из этих гонок он не выиграл. Ни первую, ни вторую. Вот посмотрим, удастся ли ему сегодня переломить такую традицию. Не очень в это верится, потому что оппоненты сильны, потому что узкий первый поворот. Ну, а Роберт Хафф 10-й пол. И вот до этого он 9 раз стартовал первым. И в 8 из этих гонок он выиграл. То есть вот 8 последних раз стартуя первым, Роберт Хафф одерживал победу. Так что большая часть этих полпозиций при этом заработана именно в 2011 году, когда Роб Хафф являлся основным соперником Ивана Мюллера в борьбе за титул чемпиона мира. Я думаю, перед стартом последняя пауза, и мы встретимся в прямом эфире. Additives and motor oils made in Germany. Liqui-Moly. Citi turns 200 this year. In that time, there have been some good days and some difficult ones. But through it all, we've persevered, supporting some of the biggest ideas in modern history. So why should our anniversary matter to you? Because for 200 years, we've been helping ideas move from ambition to achievement. And the next great idea could be yours. ATS High-Tech Wheels, world champions with Chevrolet. Have you already chosen your tire? Because the tire makes the car. Japan quality. Yokohama, your tire. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Just call my name, I'll be there in a hurry. Don't have to worry, 'cause baby, there ain't no mountain. There's a force at work across the world, helping businesses of all sizes grow to achieve their potential. That's the speed of yellow. DHL Express. Excellence simply delivered. Liqui-Moly. Additives and motor oils made in Germany. Четвертого по величине города страны. Пилот уже отправились на тренировочный круг. Вот, вот то место, которое вызывает наибольшее волнение. Коварная СК.
это связка первого и второго поворотов. Тут очень маленькая зона безопасности. Да, в Монце тоже опасный первый поворот, но там есть широченная зона безопасности. Можно отвернуть, объехать, и это могут сделать там 3-4 пилота одновременно. Здесь очень есть одна узкая дорожка, или надо прыгать через песок, или врезаться в эти вот пакеты из шин. Безусловно, мы увидим полеты, безусловно, мы увидим пилотов, которые срежут эту эску. Вопрос, будут ли какие-то наказания предприниматься или нет, но мы вот уже не первый с вами уикенд наблюдаем, что Хайми Пуч, глава спортивного подразделения Сиата, присутствует в боксах команды Лукойл Рейсинг. Личную такую поддержку поговаривают, что испанцы хотят полноценно вернуться. Вот сейчас как раз близки к принятию решения о том, будут ли они полноценно возвращаться, как Seat Sport в 2013 году. Может быть, даже с другой моделью, может быть, не с Леоном, а с чем-то еще. Ну и давайте все-таки назовем позиции еще раз. Мюллер, Хафф, Мюллер, Мини, Тарквини. Дальше Макдоуэлл, Монтейру, Даст и Ариола. Коронель, Алексей Дудукало на 10-й позиции. От него мы ждем главного, конечно, во второй гонке. Тогда и поговорим. Извините, я пока прерву. Сейчас прекрасная перспектива. И видно, что трасса, она, в общем-то, располагается на двух уровнях. Задние высокие уровни и вот эта вот стартовая решетка, которая представляет собой нижнюю такую террасу этой трассы. Ну и дальше вторую десятку открывает Дэрилу Янг, за ним Меди Бенонит, Джеймс Нэш, Альберто Черки, Мичелис, который не быстро с самого начала уикенда, Ди Саботино, который наоборот быстро, но провалил квалификацию, Энгшгер, Энг Бордман и Габбер Вебер. Тома Чилтона переставили на 5 позиций, он и так был 19-м, стартует на своем Форде Фокус с 21-го места. У нас 21 гонщик и впереди 12 кругов дистанции. Видим много поклонников «Шевроле». Ну, вот не сказать на трибунах, да, в окрестностях трасс. Тут действительно мало здесь трибун. Нету. Вот, Александр, есть статистика, что около 31 тысячи болельщиков собралось сейчас здесь на Зальцбург-ринге. Но в основном это люди, которые свободно размещаются. Ну что же, вот это сложное даже построение здесь стартовое, вот это всего пелетона выглядит достаточно сложно. Все готово к старту. Что, затаим дыхание перед первым поворотом? Если там все будет хорошо, дальше все будет очень интересно. Машины уже расползаются по трассе. Ди Саботино уже пытается сместиться в сторону до сигнала светофора. И, по-моему, не дан старт. Дан? Нет, все в порядке, погнали. Все в порядке, дали старт. Но Ди Саботино нарушил действительно строй раньше. Может быть, он будет наказан. Роб Хафф, мне кажется, пока впереди. Но Иван Миллер совершенно не собирается тут кокетничать со своим соперником и партнером по команде. Однако Алан Меню, мне кажется, на более выгодной траектории. Нет, пропускают. Как Ариола будто бы прорепетирован этот старт. И Ариола, и Мичелис, мне показалось, там срезали. Ну, похоже, без серьезных происшествий обошлось. Это удивительно просто. А это уровень мирового туринга. Если бы такие соревнования проводить, на этой трассе проводить соревнования российского чемпионата, я думаю, тут бы мы из 10 имеющихся автомобилей половину бы не добрали. Это точно. Затерли Макдоуэлла, уже было видно в первом повороте. Тарквини с Монтейро очень ловко оттерли гонщика команды Bamboo Engineering. Ну, посмотрим, скорость у него есть. При том, что он срезал первую шикану, он все-таки сейчас поднялся, отыграл несколько позиций. Не знаю, насколько это честно. Может быть, после первого поворота штрафов никаких не будет даваться, поскольку здесь просто как отрепетированный штраф. А вот, собственно, и Макдоуэлл пытается сейчас на Алана Меню британец накатывать, но он у него в свою очередь. Три «Шевроле»-то ушли вперед. А если дальше посмотреть, не просто ушли три «Шевроле», а Иван Мюллер подпихивает Роба Хаффа. Хафф говорит, что здесь и в гонке очень даже легко можно воспользоваться слипстримом. У нас перемены чуть-чуть позади, ближе к 10, к десятке пилотов. Бенони, Даст и Дэрил Янг по внешнему радиусу широко. Здесь рвется Нэш, с Черки они сражаются и с Норбертом Мичелисом. Но вот это одно из немногих мест. И, похоже, Альберто Черки становится первым неудачником гонки. Похоже, с подвеской что-то у него. Я думаю, что он еще вернется сейчас он на трассу. Проблема только в том, что после таких вылетов слишком много гравия вытаскивается на трассу. Собственно, Роб Хафф сегодня в утренней тренировке это и продемонстрировал, вытащив на трассу несколько килограммов гравия. Первая пятерка без изменений. Макдоуэлл 6-й, Ариола 7-й, Дудукало пробился на 8-е место, отыграв 2 позиции. А Габриэль Тарквини явно сдерживает вот этот паровозик. Первая тройка отрывается, отрывы там достаточно большие. Тарквини сейчас у нас на 4-й позиции, но я думаю, там порядка 2 секунд уже преимущество тройки из «Шевроле». Не будем забывать, что все ведущие машины закружены примерно одинаково. Желтый флаг на третьем секторе, скорее всего, из-за остановившейся машины Альберто Черки. Так вот, максимальные 40 килограмм навесили и на «Крузы», и на «Леоны», и на BMW 320 TC. Форды, наоборот, немножечко разгружены. Ну, а самые легкие машины у Монтейру как раз и Бордмана. Просто потому, что это Сиата другой версии. Но там и мощности поменьше, так что все более-менее равновесно. Ну, а вот тут Мюллер явно. И Мюллер, и Меню готовы воспользоваться тем разреженным воздухом, который создает автомобиль Роба Хаффа. Хафф говорит, что я знаю, как встряхивать пилотов вот, от себя. Но как бы здесь стряхнув, не потерять еще и позицию. Ну, здесь очень велика нагрузка на шины, на тормоза. Будем это учитывать. И еще один факт интересный на самом деле. Пока... Атака со стороны Мюллера. 10 гонок прошло. На самом деле Иван Мюллер выиграл 5 из них. Вот так
статистика лишь меня удивила, потому что кажется, что борьба-то равная, борьба-то ровная. Но нет. Две победы у Меню, пять у Мюллера, и все остальные только по одному. Так что вот... Я думаю, хочет Мюллер еще одну победу. Ну, безусловно, вот наконец мы видим время. Да, действительно, порядка двух секунд сейчас проигрывает Габриэль Тарквини. Мне кажется, там есть попытка атаки. Но там непонятно. Там и Макдауэлл, и Ариола. И ошибка лидера. Ошибка, но он ничего не потерял, ничего не выиграл. Вот они, эти самые столбики, видите, пластиковые. Хотя пока стоят они. Не так там все-таки узко, когда смотрим мы из... как бы сверху чуть-чуть, с верхнего плана дается нам картинка. Если мы помним, в прошлом году длительные дискуссии, даже несколько лет подряд дискуссии вызывали вопросы проведения квалификации, то теперь пилоты начинают как раз обсуждать вот эти гандикапы весовые. Говорил об этом Александр. Ну и у нас есть такая несколько группа пилотов, которые всегда чем-то недовольны. Если вот борцом за правильную квалификацию мы считали в основном Ивана Мюллера, то сейчас Мюллер как раз пытается по внешнему радиусу, и сейчас вот пойдет вниз. Да? Посмотрите, глазами пилота на эту трассу невероятно узкая, невероятно, конечно, живописная. Пилот, параллели идут два пилота, но Хав, посмотрите, Хав не собирается, вот даже не дрогнула у него нога, так скажем, и рука, и вот на эту затяжную дугу. Собственно, мы говорили, что трасса из себя представляет две прямые, перерезанные такими небольшими шиканами, изгибами, и две шпильки, причем одна из них, шпилька высокоскоростная, она достаточно широкая, такая дуга даже скорее, это, а не шпилька. Вторая, наоборот, чуть более узкая, там всего лишь 110 км в час. Но этот тут участок из такой небольшой змейки, который выводит на стартовую прямую. Ну и да, Паскуале ди Сабатино, то, что мы говорили, фальстарт был зафиксирован у судей. И вот та гонка, которая, может быть, могла принести итальянцу, перешедшему из формул, ну что же, наконец-то мы будем первые очки. Да, мы будем что, наблюдать за вот этим вот сражением трех пилотов «Шевроле». Я думаю, позади тоже есть на что посмотреть. Поехал сразу Паскуале ди Сабатино в боксы. И борьба, конечно, она вот без перестановок позиции, но невероятно напряженная и отчаянная. Просто тут любая плотно, ошибка. Настолько плотно идут все пилоты. Посмотрите, тут практически только Том Коронель у нас достаточно далеко. Стартовал он девятым. У Коронеля свежие шины. Как раз он, собственно, критиковал систему гандикапов. Также он высказался против того, что Сиату давали менять мотор на протяжении первых этапов регулярно, без штрафа. В общем, контролирует процессы в каждой Коронель, команде. Да, объясняет причину своих неудачных выступлений. Но в известном смысле, наверное, правильно, когда у каждого пилота свой весовой гандикап, что-то в этом есть. Причем основанный на прошлом этапе. Проехал здорово, но немножко получи. Там неудача. Да, да, поэтому, когда, так скажем, килограммы навешиваются сразу на всю команду, на всю марку, это, наверное, не совсем корректно. Поэтому Коронель вот объяснил свое 12-е место. Три позиции на старте он уже потерял. Иван Мюллер не собирается успокаиваться. Видимо, нашел он брешь вот в этом повороте, не по внешнему радиусу, так по внутреннему пытается он проехать. Еще атака. Меню, здесь же и меню. Стоит Роб Хав пока на своей позиции. Мюллер, конечно, зажат. Спереди он едва-едва не вступил в контакт с машиной Роба Хава, его машина. И тут и Алан Меню, тут как тут. Действительно, вот удивительно, половина, небольшая ошибка, помарка скорее в исполнении Ивана Мюллера. Действительно, половина гонок выиграна Мюллером. А посмотрите, вровень едут пилоты, абсолютно одинаково. Ну, это касается, да, и отрывов по весовым гандикапам. Три последние гонки подсчитали. «Шевроле» выигрывает у BMW и «Сиатов» там 1-2,3 секунды в среднем на круге. А по очкам вдвое. Ну как такое может быть? Вот это тоже некое преимущество такое. Хочется отметить Алексея Дудукала. На восьмой позиции россиянин, единственный в чемпионате мира сейчас. О, атака у Янга. И атака у Янга завершается вылетом самого у Янга. Не доехал он. Ну здесь видите, как удачно. Такая срезка, вот она обставлена. На одну машину шириной. Две уже не пролезут в этом месте. И Стефану Дасту не повезло. В любом случае, Алексей Дудукало у нас на восьмой позиции. За ним Бинани в двух десятках, и впереди в двух десятках Пеппи Ариола. Хорошие такие референсы для Алексея. Вот, собственно, и видим. Ну, разбилось такие, да? Тройки. Вот прямо все машины практически идут тройками. Трио лидеров, потом трио из Тарквини, Монтейру и Макдауэлла, потом трио из Ариола, Дудукало и Меди Бинани, вошедшего во вкус после подиума в Венгрии. Ну и понятно, что в каждой из этих троек второму пилоту сложнее всего. Но вот посмотрим. Пока что ситуация стабильна, но, как сказать, ну вот, Оянг. Припарковался Оянг. Похоже, я надеюсь, да. Сейчас бы его во время гонки не стали вытягивать на трассу, потому что столько гравия нанесет трасса, и без того очень скользкая. И, кстати, если говорить о вот этих тройках, самые активные в этих тройках вторые пилоты как раз у нас и есть. Монтейр, он пытается оторваться от Макдауэлла, уцепиться за Тарквини. Очень здесь ему на руку чуть-чуть более скоростная машина Габриэля Тарквини. Скоростная в силу более мощного двигателя, более, скажем, прогрессивного так двигателя. Отстают тройки одна от другой. Но каждый из них, посмотрите, 5-6 десятых внутри. Между собой еще одна атака Макдауэлла пока что безуспешная. Дудукало держится восьмым, а там сзади Мичелис и Коронель оспаривают девятую позицию. Ну да, после проблемы Стефан Дасте там чуть-чуть потерял из-за вот этого небольшого контакта с
Дэрилом Янгом. Янг уже за бортом. Не имеем мы его более в составе пилотов. Ди Сабатино побывал в боксах. Сейчас, видим, он последний. Но недавно... Черки сошел. И Чарльз Энг, похоже, тоже выбыл из борьбы. Вот у нас две уже потери, но это там далеко позади. В борьбе за очки эти люди не участвуют. И Стефана Даста после контакта становится тоже сошедшим. Вот. Стефана Даста надо рассчитывать на что-то во второй гонке. Ну, понятно, там четвертая стартовая позиция на BMW. Это хорошая надежда зацепиться, ну, там, за хороший результат. В этот раз все было намного сложнее. Поэтому понятно решение команды, что неужели второй пожар в этом сезоне? Уже О'Янг пропустил из-за пожара этап в Монце и машина безопасности. И автомобиль безопасности на трассе. Но сейчас спрессуют нам весь пелетон. И потом середина будет интересно дистанции, посмотреть, да, да, какой необычный автомобиль две, безопасности. Это, скорее всего, поехал эвакуатор. Да, да. Потому что вот он автомобиль безопасности. А что здесь можно сделать с этой машиной? Ее деть-то тут некуда. Фактически медицинский автомобиль тут же, да. И пожарный, скорее всего. Интересный вот выбор это вообще марок у них. Набор все, что есть на трассе. Ну и вот удар. Половины бампера нету. Похоже, немножко повреждена выпускная система. Ну, да, вот и на трибуне тоже говорят всем, что Стефано Дасте, итальянец, сейчас находится в боксах. А вот его, собственно, обидчик, партнер по этой ситуации, обидчик, он сейчас находится... Да, О'Янг явно опаздывал с торможением, но он с другой стороны... просто по прямой здесь ехал. Даста, может быть, стоило бы чуть сильнее затормозить и пропустить О'Янга, который все равно не попал бы в этот поворот. Ну, Даста там не всегда возможно затормозить, потому что если бы затормозил Даста, там следом за ним ехали кто там? Коронель, да, с Мичелесом. Они бы просто в него ехали. Потом вот еще раз, да, явный фальстарт пускали Ди Сабатино. Причем мало он понял, того, поднял ногу, а уже поздно. Фальстарт зафиксирован, это известный психологический факт. Гонщик пытается компенсировать невольно, тут же остановившись, но уже... Судьи тут ничего сделать не могут, электроника фиксирует фальстарт. Ну и мы видим вот повтор этого въезда в первый поворот, но все-таки здесь достаточно такая широкая часть трассы и не очень резкий, я бы сказала, вот этот шикан не очень резкая. Проблема Альберто Черки. То, что мы видели, похоже, это прокол переднего правого колеса. Да, прям машина болтает. Ну и вот ошибка Роберта Хаффа, которая, может быть, приведет к вынесению, скажем, предупреждения пилоту. Навряд ли на первой позиции он не выиграл ничего, он ничего не потерял. Но это выезд за границы трассы, все-таки это тоже нарушение. Не такое, конечно, понятно, суровое. Добавлен уже один круг к дистанции. Напомним, длина дистанции здесь 4 километра 240 метров. Что стоит констатировать, что совершенно неожиданно жаркая погода. 50 градусов температура полотна, около 25 градусов температура воздуха. Вот в таких условиях пилоты выезжали на трассу только в тренировке, потому что квалификация проводилась в более позднее время. Сейчас яркое солнце. Ну, вот удивительно посмотреть будет, как справятся шины с такой нагрузкой. И так им приходится в этих быстрых виражах довольно сложно. И еще температура скажет свое слово. Именно поэтому, может быть, там новые шины у Коронеля, которые он сберег на вторую гонку, будут столь полезны. Может быть, но и кроме того, не будем забывать, что все-таки переднеприводные автомобили по мере течения гонки, их покрышки изнашиваются еще быстрее, управлять этими машинами еще сложнее, почему обычно стараются пилоты, управляющие Сиатами, Шевроле и Фордами, побыстрее создать себе какой-то зазор с самого старта гонки, потому что дальше только сложнее становится. А вот преимущество заднеприводных BMW, наоборот, проявляется ближе к финальной части гонки. Хотя я не уверен, что в этих условиях такой жаркой трассы, это каким-то образом скажется. Хотя мы видели, выбор покрышек и работа покрышек очень часто становилась определяющим фактором в судьбе гонки. Вспомним и Монцу 2011 года, да вспомним и, честно говоря, Словакию 2012. Тоже очень жаркая трасса, и трасса, на которой не были готовы пилоты. На этот раз хотя бы был какой-то опыт, хоть какие-то знания, даже... Чемпионская команда «Шевроле» получила от Микеля Никьяйра, который выступал здесь в 2008 году. В 2008, да, вот та самая гонка, которую как раз Эрик Неф назвал самой зрелищной из всех, что он видел в своей жизни. Именно в 2008 году была здесь, в Зальцбург-Ринге на Кубке Европы. Тогда пилоты в слепстриме постоянно обменивались позициями, что интересно, практически всегда без контакта, но невероятно зрелищно это все происходило. Удивительно, напомню, что сейчас у нас такой ситуации нет. Ведь у нас как стали паровозиком, так мы паровозиком и едем. Но Мюллер, надо сказать, действует действительно красиво. Может быть, не рискует сверх меры. Если бы он атаковал, скажем, не напарника, а конкурента из другой команды, может быть, он был бы чуть более настойчив, чуть более рискованно действовал. Ну, а так, что это, наверное, напомнить. Команде, да, еще один круг добавлен к дистанции. Потому что вот вытащить автомобиль довольно сложно.
оказалось, засел он глубоко в гравий, да и не так близко есть лазейка такая. Ну, это одна из особенностей трассы. Трасса, напомню, 68-го года постройки. Довольно долго принимала мотоциклетный гран-при Австрии. Серьезных автомобильных гонок уровня чемпионата мира здесь не было никогда. Но национальные, скажем, региональные гонки тут постоянно проходили. Почему Франц Энгштер лучше всех знает эту трассу? Потому что он долго гонялся в германских чемпионатах, часто приезжал сюда. Были здесь раньше Эмилиера Тарквини, но это все еще в конце прошлого столетия. И на самом деле лучше всех, пожалуй, знает эту трассу Пепе Ариола, который в прошлом году выбил здесь кубок. Одну из гонок Кубок Европы. Да, Бинони тоже приезжал сюда, и Франц Энгштер на Кубок Европы. То есть он не только трассу знает, но и умеет пилотировать здесь конкретную машину вот этого литрового. Ну и сам Франц Энгштер говорит, зачета, что он рассматривает эту трассу, эту гонку, как свою домашнюю. Ну, очень близко здесь граница с Германией. Многие приехали немецкие болельщики. Те, которые не отправились в эти выходные на вояж на Туманный Альбион, потому что ДТМ гостит как раз в этот уикенд в Великобритании, в Брендсхэтче. Так что немцам есть за кого поболеть. У них и дома проходит 24 часа Нюрбургринга, так что... В общем, хорошее лето наступает, да. Да, уикенд, лето, и многие серии приняли решение немножечко разойтись в своем календаре, пропустив Олимпийские игры и Кубок Европы по футболу, поэтому будет здесь такой зазор. И вот, мне кажется, мировой турик в этом смысле самый показательный. То есть настолько плотно первая половина сезона, настолько часто идут, да, эти даже гонки. Впервые прошли две подряд гонки в течение двух недель подряд в Венгрии, да, и в Словакии и Венгрии. И Марчелло Лотти говорит, что ему этот факт понравился. Здесь, между прочим, идет некая экономия логистическая. Пилоты не возвращаются к себе на базы, а пилоты прямо из Словакии переезжают в Венгрию. Тем более, венгерский уикенд был вот предвосхищен великолепным зрелищным шоу, которое прошло в центре Будапешта. 500 тысяч жителей города пришли посмотреть на туринговые автомобили, гоняющиеся по центральной площади города. Сколько? 9 кругов остается. Нет, 9, конечно, кругов пройдено. 6 кругов доехать. Это еще 5 остается до финиша первой гонки 6-го этапа мирового туринга, который впервые приехал в австрийский Зальцбург. Ну, никак, и, похоже, определенные сложности, да, возникли, по-моему, с эвакуацией машины Дэрила Уянга. Напомню, в этой гонке с самого старта лидирует трио пилотов «Шевроле». Позиции ровно таковы, как они были в стартовом протоколе. Однако, надо признать, что занимающий второе место Иван Мюллер активно атаковал своего напарника Роберта Хаффа. Даже порой... Внимательно следил за этим Алан Меню, так что нельзя сказать, что... Да, и Меню был тоже очень близок, поэтому... В общем, они сразу уехали от соперников. Тарквини удерживался на 4-й позиции. Думаю, наконец заедет сейфтикар все-таки в, да, боксы. Огни. Может, какую-то более-менее нейтральную, безопасную зону убрали все-таки автомобиль Дэрила Уянга. Конечно, до бокса у нас еще здесь никак не добраться. Здесь дорожки запасной нету, как на современных трассах. Будем надеяться, что будет его автомобиль готов к второй гонке, если ничего серьезного не сгорело. Но в этот раз пауза между гонками невелика, поэтому, в общем, придется механикам команды Special Tuning поработать немало. Пока же все готово к рестарту. Похоже, Роберт Хафф перехитрил преследователей. Умчался от них небольшой отрыв. Да, но тут сильно не оторвешься. Машины совершенно одинаковые. Чуть-чуть все-таки разогнался Роб Хафф. Но это вот то, что он говорит, что хочу уехать первым так быстро, чтобы никто даже не воспользовался слепстримом за мной и не попытался меня опередить на этом. То есть не предоставить самому бы преимуществ другим пилотам. Тарквини, Монтейро, Макдауэлл, Ариола, Дудукало, Бинони и Норберт Митчелес. Первая десятка остается неизменной. Несмотря на то, что напряжение вот буквально ощутимо, оно в воздухе висит. Да, перестановок у нас очень немного, но вот удивительно, что Митчелес смог обогнать Коронеля в споре с 10 место. Ну и дальше там мы видели и Джеймс Нэш, и Франц Энгштер. Все-таки еще 5 кругов, я думаю, сейчас вот. Хотя там и у того, и у другого заднеприводные машины. И снова «Шевроле». Вот даже вот сейчас видно, да, как они уже вновь умчались в отрыв. Тарквини смог немножечко уехать от преследователей. Ну, посмотрим. Слепстрим важен на этой трассе. Но переоценивать его тоже не стоит. Да, но мы не видели уж такого количества обгонов. Вот Иван Мюллер, пожалуй, опять пристраивается за Робом Хаффом. Вот Хаффу надо не просто лидировать и вести свой автомобиль, но еще и стряхивать все время Мюллера, который пытается этим воспользоваться. Черки, мне показалось, вернулся, да, в гонку. Альберто Черки вернулся в гонку, уже обогнал Тома Бордмана. Ему как раз машина безопасности сыграла на руку. И здесь же Паскуале Ди Сабатино, который тоже получил второй шанс после своего фальстарта и соответствующего наказания. Но это все-таки пилоты, которые идут в конце второго десятка. Поэтому... Ди Сабатино был 5-6 по ходу практически всех тренировок. Может быть, ему не очень удалось в квалификации показать такую скорость. Но скорость эта в его машине есть, что, собственно, показывает и Макдоуэлл. Но на самом деле, если обратить внимание на скорости, то можно заметить, что при том, что трасса очень скоростная, здесь нет
низкоскоростных поворотов, здесь все они проходят довольно быстро. Посмотрите, насколько плотно идет пелетон, ведь у нас не растянулся он уж очень сильно. Конечно, нам там показывают отставание 7-10 секунд, но иной раз у нас чуть ли не до круга доходит. Габриэль Тартлини чуть-чуть, кстати, отстает. Опять Тиаго Монтейро подъезжает к Габриэле. И вновь самым активным на трассе является Иван Миллер. Хотя в этот момент, может быть, даже и Алан Меню. Хотя, я думаю, Меню совершенно правильная тактика. Мы это обсуждали с вами несколько раз, что в этом году Меню решил лучше в каждой гонке потихоньку набирать очки, чем все время лезть на рожон и оказываться за бортом. К сожалению, вот более агрессивная тактика прошлого года своих весомых результатов не принесла. Кстати, еще одна Чарльза попытка Энга, атаки, кстати. Чарльза Энга я рано списал со счетов, он по-прежнему в гонке. Ну, еще одна атака Ивана Мюллера. И кажется, удачная. Посмотрим. Это уже мы видели один раз. Это вот тот самый затяжной участок, да, который ведет к петле. Эх, быстрее едет сейчас Мюллер. На внутреннем радиусе. Как бы Меню не вышел лидера. Два места он не потерял. Меню по внутреннему радиусу, но не хочет контакта явно. Швейцарец прекрасно понимает, невероятно, что команде этому не порадуется. Смотрите, Мюллер допускает малюсенькую ошибку, едва-едва не допускает контакта, тут же сбрасывает ногу с газа, пропуская вперед Роба Хафа, понимая, что контакт, особенно по отношению к нему, вот это следующая тема, которую любит дискутировать Иван Мюллер, что его наказывают всегда вдвойне. На самом деле мы помним эпизоды, когда он нарушал правила, и судьи ему даже наоборот делали снисхождение за нарушение правил, бывало и такое, именно за примерное поведение. Ну и какой-то момент показал, что это буквально гонки NASCAR, да, что по профилированному виражу борт в борт мчатся параллельными курсами, почти, да, практически три машины облизывают эти вот барьеры из шин Хафф, понимая, что тут каждая секунда. И Дудукало сталкивается толкает с Бенони. И Алексей Дудукало, ой, хоть бы он не доехал, напомним, Алексей Дудукало во второй гонке стартует с первой позиции, нам очень важно, вот, чтобы Алексей доехал до финиша или сберег свою машину, как но минимум там были стартует повреждения. Но небольшие, я надеюсь, потому что не очень сильно, уже смог по траве погасить скорость. Проиграл Митчелли, за счет этого две позиции пропустил Коронеля и Джеймса Нэша. Похоже, Коронель теперь восьмой, а Джеймс Нэш девятый. Я надеюсь, не будет автомобиля безопасности, просто потому что нет уже запаса у покрышек, и если еще лишние пару кругов кататься по трассе, ну и топливо навряд ли столько рассчитали. Что, еще одна Иван атака. Миллер еще раз пытается атаковать. Нужна ему эта победа. Шестая понимает в сезоне, что пилоты подбираются. Алексей Дудукало, кажется, самостоятельно покидает все в порядке автомобиль. Я думаю, сейчас пойдет Алексей осматривать. И надеюсь, нам это покажет. Но сейчас самое главное на трассе. Иван Миллер пытался атаковать Роба Хафа. Небольшая помарка со стороны Хафа. Меню, казалось бы, только что отпустил своих напарников, но тут же подобрался вплотную к ним. Да, Меню тоже, в общем, можно понять. Он, с одной стороны, должен атаковать, с другой стороны, понятно, очки что. Очки нужны. Эта троица борется не за победу в гонке. Она спаривает куда более высокий и значимый трофей. Первая позиция по итогам всего чемпионата. Но вот посмотрим. Два круга остается до финиша. Первая семерка без изменений. А вот дальше, к сожалению, не было понятно, что именно произошло. Но Коронель опять счастливчик проскочил на восьмое место. Здесь желтые флаги. Ну, будем надеяться, что... В опасном месте. Вот здесь очень приехал уже его. Ну, в общем... Алексей Дудукало. Ну, въехал. Гоночный эпизод. Бенони пробовал атаковать, не смог поравняться, но на полкорпуса пролез. Ну а дальше никто не захотел просто уступать. Кстати, вот у Бенони повреждений, я думаю, меньше, чем у Алексея на его машине. Смотрим еще раз. Ну, Алексей просто не уступал. Бенони отбросил в борт довольно жестко туда. Ну да, но у него не повреждена ни задняя подвеска, ни прям в центр между дверьми. Ну что, еще раз скажем, от Дудукало мы ждем главного во второй гонке. Ну, а пока лишь все внимание была готова, да, вновь на вот эту троицу. Хафф обороняется, но видно, что, в общем, ему все сложнее это делать. А да, я хочу сказать, Алан Меню решил все-таки пойти на такой финишный спорт. Посмотрите, он все активнее и активнее ждет, что будет происходить между Хаффом и Миллером. И, может быть, попытается этим воспользоваться. Энгштром обогнал Габора Вебера после ошибки венгра. Ух, какой опасный эпизод. После этого ошибся венгр, я бы сказала так, потому что явно... удержал машину на трассе, но и едва к черке не приехал после этого Габр Вебер, возвращаясь на трассу из гравийной вот этой ловушки. Последний круг, желтые флаги в первом повороте. И значит, одна всего возможность есть у Ивана Мюллера, ну и у всех остальных тоже, провести какую-нибудь атаку. Потому что позиция в первой семерке, которая сформировалась с самого старта, она так и не менялась до сих пор. А мы ожидали огромного количества обгонов. Удивительно, такая трасса, позволяющая такое количество обгонов здесь делать, позволяет пользоваться слепстримом, но... такого серьезного обгона, вот кроме последнего, когда Вебер еще и потерял свою позицию, мы с вами так и не увидели. Хотя была очень насыщенная гонка, особенно в первой тройке. Альберто Черки в погоне, да, в погоне за соперниками. Пластик. Подровнял немножко поворот, делал его более скоростным. Ну, немножко повредил машину. Помним, что хватило всего лишь одного голубя в свое время, но Альберто Мичельсу, чтобы потерять резко в скорости.
Ну и судьи отважные совершенно парни. И вот, там вот просто развязка. Уже никто не поедет. Этот поворот практически все преодолели. Вот финальная попытка. Я думаю, точно Мюллер будет до последнего буквально метра атаковать. Чуть-чуть ошибается Рубхаф, но там уже у него дымят колеса. Я думаю, там колеса стерлись в ногу. Хорошие, наверное, колеса Якохама. Наверное, они предусмотрели, для какой температуры подготовили покрышки для этой гонки. Алан Миньо чуть-чуть отпускает вперед своих соперников, но исключительно для того, чтобы увидеть клетчатый флаг третьим. Ну что, Рубхаф? Да, 9 раз он стартовал с пола, и 8 последних попыток приносили ему победу. Традиция продолжилась. Стартовав первым, британец вновь на первой финишной позиции. 25 очень важных очков, 18 у Мюллера и всего лишь 15 у Алана Миньо. Ну а дальше, смотрите, Коронель все-таки в итоге оказался 8-м, Мичелис 9-м, и Джеймс Нэш принес 1 очко Форду. Отметим, Тарквини лучший из остальных, Тарквини 4-й. Монтейру показывает, что ничего еще не закончено. На самом деле он поборется уж как минимум за 4-е место в чемпионате. Тиагу 5-й и Алекс Макдоуэлл 6-й. Для Макдоуэлла это ни много ни мало, как ни странно, да, это лучший результат в его карьере. Он 7-м только до этого финишировал, теперь вот 6-е место. Хотя, конечно, стартуя 5-м, мог он рассчитывать на чуть-чуть более высокий результат. Тем не менее, вот итоговый протокол. Борьба. Вторая победа в этом сезоне для Роба Хафа. В общей сложности на счету Роба Хафа это уже 20-я победа. Теперь Роб Хафф в зачете пилотов обогнал Алана Миньо и вышел на вторую позицию. Чуть-чуть сокращается его отрыв от Ивана Миллера, но в любом случае пока что у нас Иван Миллер лидирует в общем зачете. Мы напомним, что это середина сезона. Миллер стартует впереди Роба Хафа во втором заезде. Я думаю, здесь нас ждет вновь интересное сражение между пилотами «Шевроле». Ненадолго прервемся. People who know use Valvoline. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, 'cause baby, there'll be no mountain. There's a force at work across the world, helping businesses of all sizes grow to achieve their potential. That's the speed of yellow. DHL Express. Excellence simply delivered. Have you already chosen your tire? Because the tire makes the car. Japan quality. Yokohama, your tire. Эта гонка и показательный факт. На последнем круге три пилота «Шевроле» показали рекордные сектора на трех разных секторах. Хафф был быстрее всех на первом, Мюллер на втором, Миньо на третьем. Но рекорд круга остался все-таки за Иваном Мюллером. 1:28.340. Впрочем, Роберта Хаффа это ничуть не огорчает, ибо британец. За быстрые круги в гонках мирового туринга очки не начисляются. Максимальное количество очков собрала Роб Хафф. Я бы сказал так, победа очень уверенная и очень хорошая. Она не далась легко британцу, настолько, поскольку буквально на каждом метре дистанции Иван Миллер, да и Алан Миньо не давали покоя Робу Хаффу. Но Роб Хафф свою вторую победу в этом сезоне завоевал достойную. Достойную. Именно так, именно так. Ну а отметим также, что в общем Тарквини финишировал в четвертом, заметно обогнав Коронеля, который только на восьмой позиции. В итоге заметно оторвался от голландца и в общем зачете. Это спор за четвертое место и спор за неофициальное звание лучшего из тех, кто не выступает на заводском «Шевроле Круз». В общем, ну, в известном смысле довольно почетное звание. И вот здесь Тарквини смог отклонить чашу весов в свою пользу. И здесь была интересная церемония. Начали нам было ее показывать. Прогулка по питлейну для вип-гостей. Грид лок такой. На стартовую решетку выйдут вип-гостей. В стартовой решетке, между прочим, второй гонки мирового бедную рынка. Машину у Янга тягают во все стороны. Думаю, Янгу ее сейчас разорвут на запчасти. Могут. Это точно. Боюсь, что не будет готова к моменту выезда на вторую гонку эта машина. Напомню, что здесь совсем небольшой перерыв между двумя гонками. И послушаем Роба Хафа.
Невероятная победа. Вы должны быть так довольны. Да, очень сильное было давление. Да, я, конечно, лидировал, но постоянно были слип-стримы. Больше чем на полсекунды я вообще не отрывался от Ивана ни разу. Он был постоянно. Это одна из самых сложных гонок вообще фактически была в жизни. Но мы сделали именно то, что требовалось. У нас четыре. Да, на подиум у нас будет четыре «Шевроле». Это Алекс Макдауэлл. Это прекрасно, наконец, вернуться на подиум, говорит Алекс. В начале сезона у нас не все получалось. Сейчас мы уже привыкли к «Шевроле», как к машине, на которой мы выступали. Сейчас на второй... В этой гонке было достаточно сложно. Я был среди пилотов «Сиата», защищал свою позицию. Я думаю, что в следующей гонке будет чуть-чуть сложнее, потому что там старт с места, и мы не получим такого преимущества. Наслаждайтесь подиумом. Макдоуэлл впервые пойдет в качестве лучшего представителя трофея Якогама на подиум по итогам гонки мирового туринга. Он очень неплохо провел уикенд в Монце, он там финишировал 8-м и 7-м два раза, но все-таки на подиум всякий раз поднимался кто-то другой. Там вот Энклер, в частности, был. Что он сейчас в зачете Якогама до этой гонки, но я думаю, сейчас ситуация изменится, чуть-чуть поднимется Макдоуэлл. Это протокол гонки. Действительно, прав был Хафф. В секунде были три круза на протяжении всей дистанции. Это, конечно, невероятная плотность. Тарквини бы отстал без машины безопасности, конечно, подольше. Я думаю, секунд на 8, может быть, 10 даже. Но Тарквини тоже выстоял с честью, в общем. Совершенно. Ну, по большому счету, Тьяго... Он на 19-й позиции сравнил три круга. Нас больше интересует, будет ли готов его автомобиль, да, к старту. Правда. Потому что то, что происходит с Дэрилом и Янгом, к сожалению, оптимизм не внушает. Ну, пока что гонщики поднимаются на подиум здесь. Пеппи Ариола, но это подготовка к подиуму, второму подиуму трофея Йокохама. Подиум, который редко попадает в кадр. Да. Не думаю, что это... Да, вот, наконец, эвакуатор. Мы все размышляли. Потащили туда, потом обратно. В общем. Тяжело. 202, 180, 170. Ну, вот уже почти в два раза. Уже Коронеля, который пятый, уже в два раза опережает Мюллер. Ну, в общем, говорить тут, наверное, не о чем. И трофей марок уже предрешен. И очень сужен до трех всего фамилий круг претендентов на победу. Макдауэлл, благодаря успеху, поднялся на 13-ю строчку. Подпирает Алексея Дудукала. Там всего одно очко между ними, но это... Конечно, чуть-чуть ниже. Ну и 20 гонщиков имеют зачетные баллы, в общем. Ну, мы будем рассчитывать, что Алексей выйдет на старт второго заезда. Да, стартует он явно впереди Макдауэлла. Мы видели, что на этой трассе сложно обгонять. Хотя, конечно, во второй гонке пилоты будут больше рисковать. И из-за реверсивного старта атакующий зачастую будет иметь чуть более быструю машину. Но пока самое яркое. Что же было в этой гонке? Давайте, может быть, мы что-нибудь упустили, посмотрим. Нет, ну, похоже... собственно, кроме девушек мы не упустили ничего, но они на ход заезда, собственно говоря, влияния не оказали. И в итоге 57-й подиум для Роберта Хаффа, 45-й для Лены Мью, рекордный 72-й для Ивана Мюллера. Эти парни после нескольких не очень выразительных гонок, ну, скажем, в Словакии, показывают, что нет. Соперники могут немножко расслабиться и бороться за места, начиная с четвертого. Ну, между собой поделят, собственно говоря, титул. Вот как поделят это, мы будем смотреть уже там, в Португалии, на выездных этапах. Бразилия, Америка, Япония, Шанхай, Макао. Да, через две недели нас ждет последний европейский этап. Этап, который стартует в Портимане, в португальском. А после этого Бразилия, Соединенные Штаты, Япония и несколько китайских гонок в календаре у Марчелло Лотти. Кстати, может быть, и новые появятся. Вот сейчас идет даже разговор о... расширение календаря до 14 этапов. Это будет уже совсем такое полновесное, серьезное первенство за счет добавления. Боже, храни королеву. Ну,
учитывая у Гарри Паффета в ДТМ и успех футбольного Челси, в общем, уикенд складывается пока под британскую, в общем, музыку. Впрочем, ждет нас еще сегодня и финал хоккейного чемпионата. Там уж британцев точно не будет. Ну, зато там есть возможность поболеть за россиян, которые блестяще пробились в финал. Ну, и такая же возможность будет у нас и во второй гонке мирового туринга. Там тоже есть россияне. Будем очень рассчитывать на это. Да, Алан Меню не может красивую девушку отпустить. Это как раз мисс Австрия. Этот вот президент Словакии не пойдет награждать героев на подиум. Человек хлечет и рубашки тоже. Я думаю, а, это Миллер будет спортсмен. Миллер будет не столь активен. Не будет, да. В проявлении эмоций. Нам не даже не сказали, кто это. Что-то такое Эрик Нев подсказывает своим ребятам. И еще раз человек хлечет. Это же в полосатом. Досталось очень мало на меню. Компенсировали ему его третье место. Другими эмоциями. Посмотрим. Там еще должны вручить пару трофеев лучшему производителю, также лучшему пилоту трофея Якогама. Ну, вот не можем мы признать, что за человек от команды Армаль. Только побед уже у Шевроле. Может быть, это представитель Шевроле, потому что очень радовался этот человек в свежевыглаженной рубашке, когда играл американский гимн. Просто... Нет, по-немецки они общаются между собой. Так что, может, это представитель Шевроле австрийский или Германии. Ну, такое количество побед у команды, что... Можно всех выпустить. Можно, да. Да, это не тот случай, когда надо ждать. Ну, а теперь для шанса. Очередь движется быстро. Посмотрим. В первой гонке все будет, было. Мы точно знаем, что японское представительство, точно знаем, что наши коллеги из Якохама вручают эти призы. По итогам первой гонки, вот мы видим. Ну, а теперь что? В первой гонке все было, скажем так, линейно, понятно, предсказуемо. Тоже был свой накал, тоже был свой драйв. Но вот во второй гонке все будет... Эрик Нев еще раз подтверждает, что он не сбился со счета. Раз, два, три, все три на подиуме. Все мои трое на подиуме. Шампанского сейчас тем более не положено. До старта второй гонки остается сколько? Максимум полчаса, наверное. Да, ну я думаю, ребятам нормально без шампанского. Жарко тем более. А шампанское забрызгает комбинезоны. В общем, убрав бутылки, решили много проблем. Ну и что же, быстро-быстро. Видно, что уже покидая подиум, они уже мысленно думают о второй гонке. Безусловно, я думаю, как только завершилась первая гонка, уже начинают пилоты думать о втором заезде. О втором заезде, которым, между прочим, напомню еще раз, мы ждем на первой стартовой позиции Алексея Дудукала. И ну, мы и хотим, чтобы мы успели его механики. На второй позиции Тома Коронели. Вот будет, пожалуй, главный такой. Ну, это кому что. Главное, нам фаворит. Главное, чтобы сейчас механики команды Лукойл Рейсинг успели подготовить Алексею автомобиль. Вот это уже сам главное. Алексей говорил, что как вторая гонка, и я на хорошей стартовой позиции, так что-то значит не так. В Монце, помните, машина у него сломалась. Потом да, но здесь Валенсии... я даже не могу сказать, вот в этом эпизоде, который мы видели с Меди Бенони, кто был неправ. Бенони полез в сложном месте атаковать. Алексей не сдался, он имел право на это. Тройку Шевроле нам показывают еще раз. Гоночный эпизод, наверное. Наверное, все-таки гоночный эпизод. И вот еще раз самый яркий фрагмент этой борьбы. В какой-то момент казалось, что Мюллер вот даже по трассе опережает Хаффа, но он был на внешнем радиусе вот и здесь, вот явно быстрее. Быстрее, быстрее. Но Хафф удержал траекторию. Молодец, Хафф, нечего говорить. С самого начала выступает он в этой команде, с самого начала присутствия этой команды в мировом туринге. Много говорили о том, что Хаффу, наверное, благоволит руководство этой команды, что будут ему помогать, но такой помощи мы не увидели. Мы видели Хаффа, которого загоняют в боксы совершенно непонятно зачем в середине гонки, предписывая ему какие-то наказания. Так что я не думаю, что здесь есть какие-то фавориты все-таки в этом коллективе. Может быть, фавориты какие-то есть, но в рамках в известных да. рамках Эрик Нев Реймелла держится. Это правильно на самом деле, потому что если явно потворствовать одному из пилотов, это психологически очень давит на остальных. Ну а если давать им абсолютно равные шансы, то это, в общем, может привести к сходам, к авариям, столкновениям. То есть тут надо знать известную грань. Вот. Сложно Эрику Неву, да, у него три быстрых пилота, у которых в распоряжении три быстрых автомобиля. Вот тот момент, о котором я говорил, когда Миллер, вот чуть-чуть контакта, он понял, он сейчас окажется вне трассы. Вы говорили о
том, что в этой гонке будет очень много давления на вас. Как это все было? Да, это было очень сложно. Когда ты первая машина, ты такой возможности для слепстрима твоим соперникам позади предоставляешь. Мне надо было еще думать об этом, чтобы не сильно помогать своим ребятам, по своим партнерам по команде. И я был просто счастлив, потому что на самом деле Иван пользовался этим, но так ему и не удалось меня окончательно опередить ни в одном из поворотов. Что сейфтикар вам помог или все-таки напротив он помешал вас? Честно говоря, это были отличные несколько кругов за сейфтикаром, которые позволили немножечко выдохнуть, потому что на протяжении всей гонки Иван давил на меня. Поздравляем вас. Ну, видно, что Даня расслаблен. Хав смог все-таки он довести очередную гонку с пола до победы. И привести машину целую невредимую. Да, это тоже немаловажно. Так что можно сейчас ждать второй гонки, там тем более двухнедельный перерыв. Может быть, более активная будет вторая гонка. Тем более, что ребятам из «Шевроле» придется прорываться через перитон. Без сомнений, делать это предстоит Ивану Мюллеру. Очень непростая гонка. Вы защищались и атаковали? Да, именно так. Я изо всех сил старался, чтобы обогнать Роба. Но Алан был прямо следом. И был готов, поэтому приходил смотреть и вперед, и назад. Ну, в общем, я не мог делать то и другое одновременно, к сожалению. Но в итоге решил не только атаковать, но и беречь свое второе место. Может быть, стоило действовать более активно? Вы знаете, возможности были очень ограничены. Один раз было 4-5 кругов до финиша, когда он ошибся в первом повороте. Пару раз я по внешнему радиусу пытался выйти вперед. Но у меня было некое преимущество, но недостаточно, чтобы опередить Роба. Ну что же, в хорошем настроении Иван Мюллер пребывает. Вот этот эпизод, когда казалось, что все, сломил он сопротивление британца. Но мне кажется, Роб очень аккуратно входил в следующие повороты, как бы оттеснил немного Ивана. Ну вот честно, если бы на месте Хафа была какая-то вот другая машина другой команды, я думаю, Мюллер иную бы траекторию избрал, зажимал бы соперника. Но потом вот здесь... На протяжении всей гонки вы прямо висели буквально над своими конкурентами и партнерами по команде. Да, я смотрел на них. Там сзади пятый поворот, я там, у меня была возможность опередить, и было тяжело на самом деле. Ну, я немножечко назад откатился. Потому что мне показалось, в какой-то момент, может быть, не дай бог, у него не будет никакого контакта. Я не хотел рисковать, чтобы пытаться уж слишком жестко ехать. В итоге это хороший результат. В конце вы чуть-чуть отъехали назад. Это были проблемы с машиной у вас? Нет, я не увидел, что там на первой шикане гравий появился по какому-то поводу. И я там чуть-чуть потерял время, и после этого я просто отпустил вперед моих партнеров. Но в любом случае, я думаю, что для чемпионата третий результат — это тоже неплохой. Это так. А вот и Алексей, машина Алексея Дудука. Да, вот, пожалуй, самое главное для нас событие по ходу этого перерыва между гонками. Повреждения видны, но насколько они серьезные? Насколько хватит времени для того, чтобы команде подготовить Алексея? Да, здесь важно именно вот те 15 минут, которые есть, только их использовать. Сейчас надо оценить. Причем Алексей не стал срезать поворот. Видно было, что он, кстати, врезался тоже в шины, все-таки, но проехал по траектории. Еще раз смотрите. Митчелл, если бы добавил сзади, там бампер тоже, но это совсем ерунда. Этого точно не считается. Вот еще раз сзади смотрим. Алексей мог бы тут срезать, но тогда бы, может быть, было бы какое-то наказание. Непонятно, что лучше. Уж лучше наказание, чем... Да, повреждено. Ну, конечно, видно, что повреждена подвеска. Но сейчас надо оценить объем работ. Наконец-то! Многострадального... Вот. Автомобиль многострадального Дэрила Уянга доставили. Тут уже все сложнее, боюсь. Ну, вот в соседней кабинке сидят британцы. Мэтт Нил, чемпион британского туринга, говорит, что повреждения машины Дудукалы выглядят серьезными, но на самом деле это всего лишь надо завинтить, отвинтить пару болтов, восстановить работоспособность рулевого управления, сейчас и все будет в порядке. Сейчас бы Мэтта Нила туда в боксы к Лукойл Рейсинг, чтобы он им там посоветовал. Нет, я думаю, человек опытный, он знает, в общем, о чем говорит. Вот еще происшествие с Уянгом. Ну, то есть времени должно хватить. А вот ситуация, кстати, в трофее Якохама. На одну позицию Алекс Макдауэлл, благодаря своей победе в трофее Якохама, поднялся. Видимо, среди первых восьми, что у нас есть, и Ореолы, и итальянцы. Примерно двое. Одинаково. Да. Было 7 очков, Алексей теперь 9. Вылетел за пределы первой восьмерки, но пока держится в десятке.
Исаак Тутумлу у нас выбывает и вовсе из соревнований. Говорили мы, что Исаак Тутумлу принял решение пересесть в Суперкубок Порше, выступает он теперь в рамках уикенда Формулы-1, а не предоставляет он нам никакой проблемы для этого кубка, трофея Якохама. Ну что же, вот, я думаю, механики сейчас разбираются с автомобилем Алексея Дадукала, а маршалам на трассе есть чем заняться. Надо тут восстановить вот эти сбитые, я даже не знаю, как ограничители, заодно рекламу натянуть. Между BMW и Seat, какая же упорная борьба, 5 баллов всего, но у них в сумме едва ли чуть-чуть больше, чем только у одного Chevrolet. Ну, там Алексей Дадукало как раз бы добавил очков Сиату, но в связи с тем, что Алексей выбыл, а он ехал в очковой зоне, очков мы не набрали. Ненадолго прервемся перед вторым стартом. Thank you.